сегодняшнего дня в России вступает в силу почти полный запрет на поставки мяса сразу из двух стран – США и Германии. Мясо из Америки запрещено из-за содержания в нем вещества роктопамина – это стимулятор роста, который широко используют фермеры в США. В России, тем не менее, препарат запрещен в связи с риском негативного воздействия на здоровье человека. В итоге на российском рынке останется лишь куриное мясо из Штатов. Из Германии закроют ввоз для всего мяса, а также молочной продукции сразу из трех земель – Баварии, Нижней Саксонии и Северного Рейна-Вестфалии. Из опасного вируса – Шмаленбер. В Минсельхозе считают, что ограничения, тем не менее, не приведут к дефициту и росту цен на российском рынке.